Возможно, вам интересен этот бэкстейдж, как я освещаю пространство для прямой трансляции. У меня здесь стоит софтбокс, он направлен вверх, но интересный момент, здесь в софтбоксе есть окошко, через которое часть освещения падает напрямую на лицо. Таким образом, я убиваю сразу двух зайцев. А здесь стоит лампа энергосберегающая, которая не греется. Я закрыл калькой и получил вот такую вот схему освещения, которая, надеюсь, даст вам не только слышать меня, но и видеть все эмоции на моем лице, когда я буду рассказывать про частотное разложение, о котором вы мечтали послушать. 27 декабря, 19:30. Не переключайтесь.